Программа Московского международного кинофестиваля, который стартует уже 19 июня, стала известна. За главный приз поборются 16 картин из разных стран, в том числе сразу две российские ленты «Да и да» Валерии Гай Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева. Откроет фестиваль документальная лента «Красная армия» об истории хоккейной команды ЦСКА. А фильмом закрытия станет «Планета обезьян. Революция» Мэтта Ривза. Кроме основных конкурсов, гостей Московского фестиваля ждут, как обычно, десятки кинопрограмм, ретроспективы и спецпоказы.